Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скелетор, это четвертая часть моего российского города в Майнкрафте. Ну что же, сегодняшний выпуск будет про жилое здание. Да-да, дорогие друзья, вы, наверное, не то хотели ожидать, точнее, не то хотели увидеть. Я говорил, что, скорее всего, будет про баню выпуск, но я не буду снимать баню, поскольку захотелось немножко жилое здание новое построить, потому что в городе нужны больше поселенцев, жителей и так далее. Ну и вот, как вы уже поняли, я построил девятиэтажку. Состоит она из пяти парадной сама, как видите, она оранжевая. Ну и крыша у нее, в принципе, такая деревянненькая, и чувствуется такая русская атмосфера. Также у нас имеются такие вот еще будочки. Ну, вы, наверное, сами понимаете, не знаю, как называется, но просто буду их называть будочками. Выход на крышу, короче. Ну и давайте же зайдем и посмотрим, что у нас внутри. Сейчас на заранее звуки выключу. Ну и вот, давайте посмотрим, что у нас внутри. Давайте зайдем в подъезд. Ну, в принципе, тут у нас по бокам окна. Видите, тут такие вот окна, два окна. И в каждой квартире по два окна. С этой стороны и с той стороны тоже два окна. То есть, итогово четыре окна. Я не считал, сколько тут квартир. Точнее, ну, хотя тут предположить можно квартир, что тут 50 квартир. Да, тут 50 квартир, в принципе. Ну и давайте же посмотрим. Как видите, такая вот у нас атмосфера такая вот. Если мы вставим, то выглядит такая лестничная площадка. Ну вот такая лестничная площадка, и там далеко-далеко наверх. Давайте зайдем, например, в эту квартиру. Тут, как видите, она намного просторнее, чем остальные мои квартиры, там в других зданиях, в других старых городах, это намного просторнее. Ну, что-то у нас имеется в каждой квартире. В каждой квартире имеется по две кровати, сундук и такой вот у нас компьютер. Ну, это первая комната, такой вот компьютер. Рабочий стол и так далее. Ну и, разумеется же, два окна. Ну, у нас имеется еще в квартире такой туалет. Туалет имеется. И имеется такая вот большая ванна. Маленькая, конечно же. Ну и вот, давайте зайдем на кухню. На кухне у нас имеется раковина такая вот. Печка. Холодильник. И такой вот столик на двоих. Ну и, разумеется же, тоже два окна. Ну, на самом деле, тут во всех квартирах одинаковая архитектура, так что нечего показывать, вот, только другие картины есть на компьютерах. Так что тут особого интереса нечего, точнее, интересного особенно ничего уже нету. Но здание, как я уже сказал, снаружи выглядит красиво. Давайте, допустим, поднимемся на 10 этаж, тут 9 этажей, то есть на крышу. Ну и вот, в принципе, так вот у нас вход на крышу, тут дверька стоит. Ну и вот мы попали на крышу. Кстати, вот так вот классно, красивый вид, так, допустим, поднимаешься на эту крышу и вид на другую крышу, на всю крышу, что-то я свалился. И также можем еще перепрыгнуть, это напоминает мне какого-то Человека-паука уже. Ну ладно, суть не об этом. Ну и, в принципе, тут у нас уже виды города, вот такой вот красивый вид на парк, если, допустим, посмотреть из этого окна, то красивый вид на парк. Хотя отсюда парк кажется маленьким. Ну что ж, ну а с вами был Скелетор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Продолжение будет, когда мы наберем 25 лайков. Всем удачи и всем пока!